Алло, доброе утро, прямая линия. День добрый, это Андрей Владимирович Паук. Адрес проживания? Советская, 66-12. Телефон? Украли спецслужбы. Хорошо, слушаю ваш вопрос. Скажите, подтвердите или опровергните слух, что вас оптимизируют до начальника отдела культуры по делам молодежи? Я попросила задать вопрос. Так я задаю вопрос. Слухи в Октябрьском райисполкоме мы не принимаем к сведению. Я слушаю ваш вопрос. Кто у нас будет новым управляющим делами райисполкома? На данный вопрос я не даю ответ. А почему? Ну, так как сегодня есть кадровая служба, а я управляющий делами. Следующий вопрос. Скажите, не правда ли, что вы лишили премию охраны за то, что они пропустили меня в райисполком? На данный вопрос, извините, я не могу тоже дать ответ. Почему? Ну, потому как мы с департаментом охраны только партнеры, а не соподчиненные друг другу. Вы отказываетесь отвечать на вопросы? Я вам ответила на вопрос. Так вы мне ответили. Я вам ответила на вопрос. Мы с департаментом охраны являемся партнерами, но никак не подчиненными друг другу организациями. То есть вы не опровергаете тот слух, что вас оптимизируют до начальника? Я вам ответила на все ваши поставленные вопросы. Ну, еще не опровергаете, да? Еще вопросы будут? Хорошего дня вам, до свидания. До свидания. Да. Здравствуйте, Андрей Владимирович, снова. Да, слушаю. Скажите, будет ли ужесточен пропускной режим после заминирования райисполкома? Райисполком, во-первых, не минировали, а ничего ужесточать мы не собираемся. В плановом режиме райисполком работает и работал, и будет работать. Так это был еще фейк? Вопросы. Еще вопросы. Это было ложное минирование? Еще вопросы. Скажите, как вы думаете, это паук заминировал? Я на данный вопрос также не уполномочен отвечать.